подача была шикарная, да. Другая бы на твоем месте, может быть, испугалась бы. Так атаковать? Ты просто пошла, не оставила для нас шансов. Да-да, сразу па-па, там удары такие пошли. Не думала, что именно по зрительскому голосованию пройду именно я. В этот день я радовалась, я кричала от радости, визжала. После этого я начала усердно готовиться. Мне пришлось было отложить в сторону спорт, к сожалению. Но я уделила больше внимания вокалу. Как бы я вижу в этом только пользу. Я не ищу легких путей. И так как я представляю Казахстан, это очень серьезно, честно. Проект дал мне некую смелость, как бы уверенность на сцене. И с 7 лет в вокале я как бы почувствовала себя более уверенней. Очень было сложно. С моим педагогом как бы мы как бы отрабатывали эту песню как бы до идеала, чтобы она была идеальной. Да, я взволнована. Это по мне видно. Честно, я стараюсь страх отдалить от себя. В будущем я хочу, ну, не только выступать среди Центральной Азии, как бы, и в мире тоже хочу проявить свой потенциал. Я попробую сделать все возможное. Қазағым, мабыз үлдірім, келмеңгер нағыз білгірім, түбім түрік дінім, тұнық тұғырым, ауыз бірлігім. Ұмытпай отаным барын, ұлықтап адамын жалын, аналардың ақ сүтімен ардақтап атаным қаным. Ұстарым, ұтышын қалам ұштадым, өзгені күтансық емес тұрғанда, өз арыстарым сананды адал ұстадым, тауларым дала құштарым, жасай берші жайнай берші гүл ұстан Қазақстаным. Азаматты шапыт бар, адалаты шапс бар, бабалары айдарлы, балалары айбарлы, ақшаулығы кіршалмаса, аналары жайдарлы, дәсің әгер қайқаса, бұл тәуелсіз байлағы, арулары айқанады, дүңер байғай қабақ, дәханда кесали қадаласын, сайғаса. Туған жерім бай, иман елім бай, қачасам де кіндігімді қиған жерім бай. Туман елім бар, кедау дәдім бар, күрланамды құшамыма сыйған жерім бар. Жерім менің ай, түрім менің ай, қырыс қолған бекен ұшын елерім бар. Жерім менің ай, көлім менің ай, санаға мұл кетер елім елім менің ай. Томирис Бекмурзина, Казахстан. Томирис, у меня такое чувство, что эту песню, ну, вот так патриотично, настолько
никто не исполнял еще. Ты большая молодец. Как у тебя это получилось? Честно говоря, я постоянно представляю Казахстан на всех мировых соревнованиях. И так как я благодарна своей родине, благодарна своим соотечественникам, я выбрала в честь этого эту песню. Спасибо большое, Нурлан. А что вы скажете о приемах нашего кандидата в мастера спорта по джиу-джитсу? Да. Тамирис, привет. Здравствуйте. Ну, исполнитель этого хита я очень хорошо знаю. Он прям буквально сидит за моим спиной. Да, но это энергетика была. Молодец. Енді Тамирис деген атыңа, затыңа сай бол, бақыт бол. Спасибо, рахмет. Гульнур? Ну, весь проект мы наблюдали, как из этой маленькой спортивной девочки рождается настоящая артистка. Спасибо большое. Для спортсменки ты очень хорошо спела, молодец. Спасибо. Ситора? Тумирис, каждое ваше выступление у меня мурашки по коже. Сегодня я чуть не расплакалась. Боже мой, у вас такой божественный голос. Я в эту девочку влюблена. Вы продолжайте, не останавливайтесь. Я буду вашей фанаткой. Спасибо большое. Алавадин. Тумирис, ты прекрасно справляешься с западными хитами. Но я всегда хотел услышать что-то народное. И сегодня ты это сделала. И сделала это очень достойно. Молодец. Спасибо. Тумирис, пару слов твоим поклонникам. Ребята, надеюсь на вашу поддержку. Проголосуйте за меня. Ну а вы, дорогие зрители, не забывайте, действительно, все зависит только от вас. Поддерживайте своих любимчиков смс-ками или на официальном сайте проекта centralasiagottalent.com. Отправляйте цифру 05 на 50 21. Еще раз спасибо. Тамирис Бекмурзина, Казахстан.